А вы не бейте по коммунатику. Себя разрядить ловушки. А мейн-танк кто будет? Мейн-танк будет на первом боссе АПКО. Потом будет Сенджит. Потом будет Сенджит. По центру пошли. Раз... Ты убрал ловушку? Подбежали ближе. Все по жукам играем. Череп поставил. Нажми на сейф, пока у есть. Сенджик следующий отдашь через 4 секунды. Если не отдавал. Отдай ему сейф. Паука добейте вначале, потом по большому. Стопайте каст, когда он кастовать будет, разверните его местами. Да, нормально. О, Андрей сошел, блин. Ну и завтра рейд собрал. Не мешало бы еще в этот рейд одного вара запихнуть, а то кучу варов, блин, будет в том времени. Давай кого-то выгоним. Други, блядь, сюда полезные. Короче, Варменталь раздает кулаки. Смотрите, там совы. Совы, блин. Или демоны, аккуратно. Можете на этом трэше не видеть, как лишний трэш, бля. Саня Сацуны здесь? Да. Чего не заходишь в рейд? Я летел. Вот, теперь я в рейде. Женя, Вакати, отдай массейв. Да кто там шепчет? Фун какой-то. Антон, ты тут? Мистер Бонд. А, нормально. Думал, сейчас гильдии типа. Минируй мины, главное, Фокси. Идеально. Там... Всем привет. Привет. Короче, извиняюсь за опоздание, меня там качало, блядь, по 1 мегабайту и сбрасывало, блядь. Ну ничего, этот, короче, может быть, тогда
тебе кто-то уступит на квартальный. Так, наш Зука покупатель. Зука покупатель легалайз типа на замене вместо него. Андрей, посмотрим. Завтра будет, Андрюха, тогда рейд. Ты сможешь завтра на второй идти? На этот. На мишке. Слышно? Я вообще во все рейды могу приходить, типа, ну, типа, не проблема. Я просто сегодня рассчитывал то, что, короче, у меня половина идет за проходкой, там еще один персонаж. Я понимаю, ну сейчас разберемся, так может быть паладину и сделаем там проходку сейчас. А тут смотрю какой-то это уже соляночка. Ну, сегодня пиздец, по команам, 1-2 команам в этом плане. Ну, разберемся. Короче, Сацуны, Фласки, ДДшные берет, Войт определенные СПДшные. Войт определенные СПДшные. Кто там еще может взять Фласки? Я могу взять. Сацуны. Давай, и Егор Капанил тоже ДДшные. Сацуны их и пал. Все, ставлю ГБ. Ставлю ГБ. Войт, еще раз определенная СПДшная. Женя, в Акатии, на тебе саппроты, потом скинешь их обратно. 5 секунд, не кидайте обмен еще. Нет. Танки, кидайте обмен в Акати. Сенджекс и сам. Кидайте обмен определенно за пластиками. Тыкните столик. С подошными его. Его иду сейчас тут. В овец снов. Не искать. Его. Еще раз. Уже за АФК дается минуса. Если вы не предупреждали. Поэтому сами решайте. Все, все фласки выпили, что там еще. Владимир, пожалуйста, по ханту МП5 тоже киньте на основу. Не закидывай МКшку, либо Будрейвену. Больше все равно даю. Или Макс больше тоже дает. Либо можешь Кусяла тоже кинуть МКшку, не зря. Нехорошо, все дамажат. Все, так, рыбу сейчас ставлю. Да есть рыба, стоит уже. Блять. Кто ставит сам рыбу? Спасибо, конечно, но предупреждайте, если ставить. Владимир, киньте МП5 по хантам. Давай МП5, все время Хау раздает МП5. Вакати отдает Прота, Сацуны каски, Барменталь Куаки, все. Все это три танка бегут в одном фрейме. Сенджикс, не знаю, что здесь делать. Так. Припоты на первой секунде, а пока упуляешь. Геру с пула. Геру отдаст бета-тестер. В Древен закастуй на Сенджикс, а потом как будем разбегаться. Сейчас вон закастуешь на Апокалипсис. Там ты подбегайте под типы. Разбежались. Первая, третья пати влево, вторая, четвертая вправо. Сацунная, твоя сестра влево, Хау, три остальных тела. Хау, Клоу и Шанишка вправо. Кусяо и Иннер по Хау, по твоей сестре Изморский и Чеславность. По Сацунная... Воу, закинь. Пока он нажмимо сейв, сбежали все. В пламени стоим.
Давай, Сацуна. Ты с Энджиксом в приоритете держишь, Хау, Вакати. Почему в три танка бьет? Потому что всегда в три танка этого босса бьют. Просто я танк ты не перенес, но в два танка сложно. Мы не били. Всегда мы все разы били в три танка. Я говорю, мы не били в два танка. Мы били в начале. Ну, можно попробовать потом, просто лишнее время. Потому что в три танка неудобно хилить, честно. Ну, бросьте какого-то не хилить. Разбежались, так же разбежались, почему до сих пор шипы не сбили? Шипы сбиваем сразу. Если есть ПС-ка, закинь мах. Выбежали из меня. Сенджикс, нажмешь массейв, когда он перестанет крутиться. Все сбежали спокойно. По огню не бегите только. Да. А пока у ББР быстрее, хорошо. Ты фулли бафло на ХП. Зажимайся по КД пока. Твоя сестра повесит орехи на апокалипсиса. Нажми этот гимн Шанишка на ману. Сейчас вот катится инер по Уолу зальешь. Уолу зальешь по Шанишке. Из Морски зальешь. По Уолу тоже. Разбежались право-лево. Ну, пока что тоже стопнем опять набор в гильдию тут. Кто не набирает, кто набирает. Заразно. Разбегутся. Нажми Void гейм на ману. А пока он нажми массейв. Под лицом дыхание. Да ты под плане, не от плане. Ну, а на БР не надо. Осколок не упал, да? Не. Что, Зока? Легалайз за тумане. Рекам пиздец багается, у меня вообще хуйню какую-то показывает. Постоянно. Надо переустанавливать какой-то другой дом. Джон, тебя нет вообще в ДПС. Так, ты заберешь послушника справа, Сэндвикс, в Акате ты забираешь мобов и вводишь его в сторону. Все РДшники по черепу играют. Стеснитесь. Танки АФК? Нет, я жду. Ну так пуляйте, вон он моб стоит. Хуй, чё танки стоят. Я уже не танк, так что вдвоем танки. Отводи его. Отводи его в сторону, еще правее. Еще правее.
Отвечайте, отведите. Отверди, отвези, Стенджекс. Каст, каст, я сбил. Уводи его быстрее. Следующий маг под страхой. Еще отведи. Не станьте его. Не станьте его. Все, РДшник, играйте по Ферику. Марсес, помогай, если что, косты сбивать, если видишь, что он стрелять мы. Если видишь, что бежит. Там осколок не упал пока, да? Я не услышал. Не-не, я постоял бы и кричал бы, дай мне, вернись. Тенджекс, вот этого вот череп иди забери. То же самое уведи, только вправо. Влево, точнее, мне. А Женька, ты в Акате, остальных забирай. РДшники по черепу сыграли. Потом Сенджик сразу же на другую сторону перебегай, там самому правому моб стоит, то же самое с ним сделай. Сыграли. Женя, забери тех еще правых тоже мобов. Двух. Андрей, тебе же все квартальные нужны боссы, да? Ну да, да. Сенджикс, иди пуляй левую бабу дальнюю, веди тоже в рейд сюда. Смотри, и босса не забудь. Смотрите, кливает вестник смерти. Слышишь, Сань, можно, короче, на профа, типа, на такого вместо меня его кинуть. Ну, разберем, сейчас разберем. Палька. Да. А, блядь, ему лич нужен. Ну, раз на лича кто-то другой вступит. Лич самый простой из этих боссов. Просто я не могу поменять каких-то прям хороших дамажеров. Надо будет таких, кто меньше дамажит. Аня, выбеги из рейда. Этот. Короче, первая пачка. Сейчас я только немножко перекидаю пачки. Слева напуливает Энлит в любом случае, справа Капанил напуливает, справа танчит Вакати, слева танчит Сенджекс. Первая, третья слева бьют. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. По хилам Сацуне, Сацуне, твоя сестра слева хилит, Хао, Воу, Шанишка справа. У Сацуны сестра есть? Да. Видимо, есть уже. Ставлю рыбу. А можете бросить по факту? Да, давай быстро только. Ну, кстати, на завтра тоже рейд сильный будет. Под ДПС. Там мистер Бонд без КД. Лексиона. Нахера. Сильных персонажей. Или Гавайс обмен Сацуна, либо... Что там, кто там еще? Войт, по-моему. Не, Войт СПДшные фласки. Кто там еще с ДДшными? ДД у Ханта, как он. А, Хан. Блин, да, не нормальный фласки. Ему не нравятся фласки, которые мы выдаем. Какие мне обмен? Тихо! Тихо! Этот, короче, милики в одной месте все не бейте, и РДДшники тоже чуть рассоситесь. Вторая, четвертая справа бьет, первая, третья слева. Дайте баф по ДК. Все. Готовность на пол, все готовы, сразу пляем. А на колбасы, а не на этого, а не на Дарвана же квест? А то я не брал. На чумку. Не-не. А, ладно. Тщеславность, воу. Ну, не тупите, пожалуйста. Короче, да. Гуляйте сразу, идите. Без припотности. Когда я скажу стопать, бьете без АУЕ. Через 3 секунды призыв помощников.
приготовили чего видеть. Играем всегда приоритетом по мужикам в юбке. С топорами челики, побежал один в рейд. В рейде бегает Сенджикс. Чеславность отбеги. На мне еще один. Да, и забери еще одного. Гриппать в рейд. Не в рейд, а к танку. Короче, стопнули АОЕ урон, по боссу бьем. Чеславность дай лофта за контроль, чеславность дай БР по джанку и ребафу. У ребаф джанка. Уже должны отдать. Сенджикс, если сорвется кастер, ничего страшного. Лучшие ЛПшки закидывай в этого. Милики разбежали. Лучшие ЛПшки закидывай с топором. И во второго таун. Потому что они сразу шотают. Помощники через 8 секунд и сразу же контроль будет. Когда начинаем бить помощников, бьем без АОЕ. Если милика контролит, отводи немножко в сторону тогда танк, который танчит. Без АОЕ, без АОЕ. Ловца снова выбежали с лужи, Сенджикс разбаунт жми. Меня стреляет этот ловец. Повесил на меня дотки. Танки с лестницы моба игнорируют. Выбежали с лужи. Через 9 секунд контроль, приготовьтесь стопать АОЕ урон. Стопнули АОЕ, если милики перебежали на другую сторону от милика. Свои все обилки, которые контроль снимают Капанила, должны тратить. Через 8 секунд помощники. Смотрите, лужа будет скоро. Все, по боссу стоп, убили помощников, перевели босс. С лужи выбежали. Один в рейд побежал с топором. Ага, хорошо. Все. РДДшники, помогите немножко справа. Хотя сами справятся. Переводите босса. Сенджикс первый танчишь босса. Как только духи идут в мили-зону, выводишь. Контроль будет через 4 секунды стопнули АОЕ. Во-первых. Сенджикс первый танчишь. Определенно меня. Глыбу дал. Нормально. Выведи в центр босса. Когда появляются духи, идут в мили-зону, уводите босса. Дух идет в мили. Милики, вы смотрите аккуратно. Не ловите духа. Геру дайте еще одну. Для меня. Дух идет на Будревена. Не буду. Шачлон, извиняюсь. Пил демон. Контроль через 8 секунд. Уже стопнули АОЕ. Бежит на сову какую-то, дух. Без АОЕ, без АОЕ. Если миликов, уводите босса сразу. Уводите босса, из морского зак... Ну ясно. Блять, вы можете без АОЕ бить хе? Учитель, скоро ХМ выйдет. Как он сдох, блять, за 5 секунд? Что это значит, блять, без АОЕ? Просто кто с этими всякими сожжениями, просто не бейте его. Босс. Духи. Один идет на шипешника, шипешник овец. Блять, каличий. Раз бейте. Один в мили идет, и вы уже под мили. Нажмите массейв кто-нибудь. И контроль, без АОЕ. Босса уже водите. Не стойте на месте. Приготовьтесь милика контролить. Воит отлично. И духов не ловим. В мили идет один дух на... Да, хорошо. Один на сову бежит, второй ТЗ. Так, твоей сестре Иннер Чеславность отдай. И из Морски тоже залей. В миле бежит дух. Идите за духами. Да. А пока у осколок упал. Нет. Все, все поднялись через телепорт. Побежали дальше. Эш этот чистим, потому что он багается часто.
Сенджикс на тот корабль, на нашем корабле останется Лигавайс. Все нормально. Духи здесь и духи не шотают, просто учить. Че, мне же нет на Сенджиксе смысла в БДК спекаться, ой, в БДК спекаться. А, то есть ты... Ну, кем ты меньше будешь получать урона, то тем можешь и оставаться. По... Да, я игру смотрю. Ну, тогда пофиг, можешь оставаться в БДК. А у нас их без тотема улучшенного, поэтому... Так. Тогда прыгай в БДК. Ну, сейчас трэш почистим, тогда прыгну. Да. Ты будешь на том корабле, на тот корабль летит Шанишка, Сацуне и Пау, твоя сестра Вова остается на нашем корабле. На нашем танчит Вакати, остается на нашем корабле Альделит и этот... Под лицом не стойте. Альделит и Лигавайс на нашем корабле остаются. И чистит трэш. Нет, ты не в пушку, ты летишь хилить. Тут пушки уже давно всеми заняты. Все умеют стакать и бить, не переживай. Все, летишь, будет хилить. Так, висит комбат. Кого-то хера. Ну, или на мне то... только. Не, все пропало. Все нормально. Отагрелс. Отлично. Так. Видите, все сразу. Не-не-не, уходи с моей левой пушки. Это моя левая, с самого начала. Заебали, блядь. Все, хватит этот. Рыбу поставил, повосстановите ману, у кого маны мало. Это на 5 секунд надеть да, ранцию. Короче, кто-то прибежал, я бафнул и... А все, комбат отвесился. Ешьте рыбу, ешьте. Это вам было на то, чтобы вы надели ранцию. И не летайте, чтобы не улетел никто. Блять, опять комбат. Все, запускаю босса. Смотрите, не летайте, сейчас кто-нибудь из вас улетит и все, получите минус. Да, на сколько играем? После этого босса Сосуну в ретрика может прыгнуть. Сенджикс, смотри, тут багается иногда прохил, поэтому подвигайся и заводку не остановить. Это раз. По прожимке сразу свои не трать. Оставляй их. Мы будем до самого конца стоять. Один раз. Улетать. Сейчас массы вами будем сейвить. Ты улетаешь по правой стороне, а все остальные по левой. Бля, сейчас кто-то доебывается, кто летает там. Туда обратно. Перелетай, Сенджикс. Перелетайте все. Играйте по колдуну. По правой стороне что непонятно не летать, ребят. Чем урон не лишнего дать? Иди, Сенджик, чуть-чуть ближе к краю, чтобы... И убейте ДДшн, все нормально убил. Там еще один выбежал рядом, возле Мурадина. Убейте РДДшн. Два выбежал, еще один. Я два мага стою. Ты все стоишь маги.
Просто отражим кест. Просто когда начнет прошибать по одной прожимке, давай там, допустим, вначале стрейки начнешь, потом кровь, не зыбай, тогда потом тебя засейвят. Хапау и зубы дадут еще. Вот когда уже будет 30 стаков, начинай потихоньку свои прожимки по одной терять, отдавать. Там кровь, не зыба, три по одной. Под босса, под Мурадином, точнее, одного убейте, РДДшник. Босса никто не ударит после того, как только добьем. Все, скажешь, когда твои свои сейвы все закончатся. Маша, готовь зубы по Сенджиксу, просто пока готов, не отдавай. Убейте РДшники возле Мурадина. Двух. Давай, Маша, ему зубы. Хау, готовь масса-кру, отдашь после зубов. Тебя не понадобится. Все, этот сундук никто не утает, пока корабль не долетит. Рыбу поставил. Сацуна перебафайте и пойдем дальше. Сейчас долетит корабль. А пока у тебя, если что, утер. Окей. Все, можете лутать. Упал? Или нет? Нет. Стандартно. Хуёво. Марсес на месте поизбежит. Вот, зато счеты Алтора выпали. Ну, хотя бы хоть что-то нормальное тренинг. Все, готовность на запуск. Герус Пула. Репоты на первой секунде. Первый танчит Сенджикс. Женя, ты забираешь с него. А Герд дал спул или нет? Да. О. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Так, закиньте Халу, два инера, Изморский и Кусяо, да. Так, по трэшу играет обязательно Аня. Давай два ханта и Аня. Бурметаль можешь тоже потанчивать на себя трэш. Сэнж, покидай стерео по Калу. Окей. Нет, лучше в Дикее. Я тебе скажу, когда кинуть ее. Кому я в Дикее? Где? В Дикее нету времени. Николай, извиняюсь. А по Калу? Репоты приготовили. Нажали припоты. Геру.
Только ты... А, ладно. Есть, есть, можешь кинуть. Аж когда и ПС-очку. На БДК пофиксили баг, слушай, что у тебя чужой триггерилось. Ну да. Машка, если есть ПС-очку, закинь. А. Кто у тебя там выцегонил ПС? Бля, у меня просто билка была, когда я бы их обоих обогнал. Я тебя прошу. Блядь, что, блядь? 40 секунд, когда еще. Холодная хватка. На 6 минут куда? Не знаю, на ком я ее слил. Где на этом не отдавал, на кораблях. Да ладно, я и так сейчас вас обгоню. Включу бурку. Мы ж только рады будем. Расчехляться потихонечку. Ну, конечно, дотки на хилу, просто можно настать АФК, блять. Игра на лодке. Да сука ты ёбаная! Я не понимаю, а чё, у всех ДПС РЕД 289 показывает тысяч? Нет. А, 260, да, 287. Ну да, 287. Надо с тобой 3 не менять, мы с тобой за 3 не бачим. У нас не все самые дамажики, говорю. Я чё-то не понимаю. Сацуна не прыгнул. Не прыгнул в этого... 5 хилов били сейчас. Не прыгнул, ДДРК. Я пошла 17500, а сейчас 15500. Пиздец. Хотя все пропало. Идите, открывайте. Я еще с червями. Фу. Ты вообще похуй на них. Расскажешь на принцах. Давай пошла, сколько наша тренер надамажила? 150к, ебать, ни о чем, блядь. И сука не падает, ни воля, ни чешка, блядь. Поднялись все. Пока прыгни на мобов, пока станка. Я хотел отлучиться. Буквально на минуту. Сейчас Вальку, наверное, ебнем, чтобы вон... Сейчас пока не будем, послите. Я да, уверен, что кто-то... На кровь? Ой, не на кровь, а на этот, на гнид. Запутал ты меня. Ладно, сейчас я буквально на минутку подойду. А демон в рейде есть? Да.
Шаклон, да? Ага. Понимаю. Сегодня рейд не самый сильный. У нас, блядь, не получается собрать прям сильный очень по ДПС. Вообще постоянно кого-то нет из того, кто хорошо дамажит. Досрочно второй кусок Т4 нужно выбивать, потому что это пиздец какой-то. Убивай. Ходи. Да. Хожу. Крыжане, блядь, на прошлом КДБС варлок забрала. 30-м. Зачем ты с пугами падаешь? Ну, не с кем ходить. Блядь, в смысле не с кем? Вообще с пугами нехер даже ходить. Лучше КД уже отстать. Ну, своих же кучу людей. Просил бы помогли. Меня бы просил бы, я тебе всегда помог бы, ну, когда свободное время приятно делать. Да. Разбираюсь. Камушки готовы, остался один кусок. А не ори ты, Вальку. Иди туда. Сука, она назад улетает, эта Валяна. Да похуй на Вальку, потом. Потому что я по-любому хватал. Да я второй раз к ним бегу, он назад улетает. Идем на этот, на гриль, Андрей. Ну, зайдешь на это, на... Короче, на профа тебе уступит Егор. На... О, сосуня, молодец. Иди, Вальку бей, бьем. Все по Вальке играем. Бурсты не жалеть. Может, вторую сразу? Шанишка, по КД кидай ей этот. А, ну она сама летит. Вторую давай войд ты. Поставлю череп, а ты войд без черепа. По КД кидаешь сковывание нежити, или как неправильно называется. Можете убить, а так нормальные боешки все на гильдию идут. Смотрите, солы локи не с пульте правых мобов. Забирай этого большого сосуна, потеряешь. И увидите его. Да. Лучше назад. Отойдите. Лучше сейчас. Отойдите, да. Сейчас собака. Пока не терять. Санечка, пусть лучше откинет. На лестницу погрипнусь, я там буду. Станы можно давать. Спак тоже выводите сюда на лестницу. Вначале правую убьем.
что вы не можете под собаку встать? Мобы. Давайте собаку, можно здесь бить ее. Геру дали. Когда начнет кастовать Сенджикса, дашь массейв. И Саня, ты тоже дашь массейв. Вот сегодня. Следователь рейдит. Выберите. Да, одного этого убейте. Пиздюка. В начале. Давайте массейвы. Прохил. Барменталя прохилить, умрет сейчас. Дальше отдашь массейв локации и нажмешь гим на хп Иннер по шанишке от числа на злей. Отдашь гим мастер, ты отдашь. Поклина, бухлика. Сенджикс первый танчит все под жопу. Сколько там? Давай 7 стаков и заберешь. Локати же. Типа жопу массейф отдашь Тенджикс, когда скажу. И